Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и в игре появились европейские контейнеры. Я лично считаю, что европейские контейнеры одни из самых лучших контейнеров нации, потому что здесь собраны, ну, наверное, самые классные интересные машины. Макаро 45 тонн, СТРВК, есть Шкода, есть Проджета 46 и много других машин, которые действительно интересны. Из всей этой коллекции у меня реально не хватает всего лишь двух машин. Это Lance NC и CS-50. 52 лис. И даже если бы я был очень сильно фартовым, забыл сказать про Тарвагена, если бы даже я был очень фартовым на контейнеры, то с учетом того, что большинство машин в коллекции уже присутствуют, то вероятность выпадения конкретно этих машин, ну, крайне-крайне маленькая. Также из этой всей братьей машин вы можете ничего не получить, а вместо этого получить камуфляжи, X5 опыта, сертификаты, ну, короче говоря, всякого рода дребедень того или иного уровня, который навряд ли вас порадует, с учетом того, сколько стоят данные контейнеры. Разработчики предложили приобретать контейнеры как от 1 за 1500 голды, так есть и 2 единоразовых предложения за 3000 3 конта и 15 контов за 15000. Короче говоря, усредненно по 1000 за один контейнер. Ну и несчетное количество раз можете брать себе по 5 штук и по 10 штук. Что касается вероятности выпадения из этих контейнеров машин и чего-нибудь действительно годного, то сейчас мы это все дело посмотрим на примере видео, которое мне прислал Эльдар. Спасибо, Эльдар, тебе огромное за то, что поддерживаешь канал и его развитие тем, что предоставляешь видео, которое без таких сбросов я бы не смог снимать, потому что действительно являюсь не сильно богатым ютубером и не могу себе позволить открывать все контейнеры поголовно. Но, ребят, так или иначе, на моем канале, а выглядит он вот так, вы всегда сможете найти открытие контейнеров, прокруты всех рулеток, которые выходят. Вы абсолютно спокойно найдете себе здесь из более чем 1300 видео, которые уже присутствуют на канале, обязательно что-нибудь интересненькое для себя, и поверьте, здесь всегда есть что посмотреть. Новости об игре выходят, как только эти новости появляются. Также все это разложено по интуитивно понятным плейлистам, где разберется даже ребенок. В общем, ребят, подписывайтесь на канал, если вы хотите быть в курсе всего, что в игре происходит, и смотреть абсолютно честные обзоры на все, что разработчики делают. Ну что, ребят, давайте попытаемся заценить, что получилось у Эльдара, и я жду от вас в комментариях вашего мнения, насколько целесообразны были затраты Эльдара, а Эльдар, по моим подсчетам, потратил 38,5 тысяч голды на приобретение данных контейнеров.
Ну что ж, друзья, как вы видели, Эльдар получил, в принципе, себе две машины. Он открывал не 30 контейнеров, а то количество контейнеров, которое ему было необходимо для того, чтобы забрать себе гарантированный сертификат на европейские танки. И из этого сертификата получил ни много ни мало, а целого Каро 45 тонн. Машина классная, машина интересная, но только вот вопрос. Вот эта тачка, да плюс Шкода Т27, действительно стоили ли того, чтобы потратить 38,5 тысяч зон? Не знаю, пишите свои комментарии, жду от вас вашего мнения, с удовольствием почитаю, многим отвечу. Ну а еще поставьте лайк данному видео, стараюсь специально для вас и искренне желаю вам мира, друзья мои, приятных открытий и обязательно спокойствия. Пока-пока.